А ярославский «Шинник» готовится к кубковому матчу с ивановским текстильщиком. Поединок 1/32 финала розыгрыша турнира пройдет завтра в Ярославле. Эта встреча станет уже второй между этими соперниками за последние полторы недели. 10 августа «Шинник» и текстильщик разошлись миром в матче 7-го тура чемпионата ФНЛ 1-1. Но, по словам рулевого «Волжан» Александра Побегалова, предстоящий поединок не стоит сравнивать с предыдущим. При этом тренер не стал раскрывать, выпустит ли на игру с ивановцами всех своих лидеров. Но отметил, что изменения в составе точно будут. Некоторым футболистам попросту нужен отдых в силу плотности календаря. Отмечу, встреча начнется в 18:30. После нашей ничьи текстильщик в хорошем своем стиле, таком рабочем, я бы сказал, обыграл «Спартак». Проблемы у них возникли в матче с «Торпедо» после удаления, но это команда, которая будет набирать очки, и как, впрочем, и к любому другому сопернику отношение самое серьезное. Тем более нам интересно пройти дальше в Кубке. Мы только вернулись из Волгограда, и буквально сегодня первая тренировка полным составом, потому что часть ребят восстанавливалась после игры в Волгограде, часть тренировалась. Сегодня будем готовиться, и только вот расскажет тренерский штаб, как нужно подойти к данной игре.